Также среди знамений, которые указывают на величие Аллаха, это волосы, которые растут у нас на головах. Известно, что у человека на голове, в среднем, естественно, растет 300 тысяч волосков. Кто поверит в то, что у каждого из этих волосков имеется своя вена, артерия, нервы и мышца, а также сальные и пигментные железы? У каждого волоска, Вены и артерия участвуют в питании этого волоса. Нервы и мышцы двигают этот волос. Сальная железа смазывает волос жиром. А пигментная придает ей темный цвет. У каждого волоска свои шесть аппаратов. Таково творение Аллаха. Так покажите мне, что сотворили все остальные.